Редж, у них тут блокпосты и камеры буквально на каждом углу. Им хорошо, они играют на своем поле. Вообще-то, это не их поле. Ты это им скажи. Все понятно? Туда пути нет, только с работой. Реально сработало! Реджи, я все те ретрансляторы уже опустошил. Давай новые! Ну уж нет, хватит с тебя. Ты чересчур заигрался в биотеррориста. Тебе надо залечь на самое дно и не высовываться. Что ты заладил? На дно, у меня все супер, лучше не бывает. Еще хочу! Нет, я сейчас в паре с детективом из местного управления разрабатываю одну версию, но я тебе больше ничего не скажу, пока ты не успокоишься. Ладно, ладно. Я залягу на дно, что бы это ни значило. Так, Делсин, я тут выяснил кое-что про систему связи Деза. Есть? Командный центр. С его помощью они координируют действия во всех районах. Ну и где искать этот мегаважный командный центр? Ну, что ты так давно мечтал увидеть в Сиэтле? Ни хрена себе! Space Needle? Space Needle.
И кто тут охотник? Видимо, его пока еще не изловили. Я тебя знаю. Человек из сказки и баллончик краски. Thank you.
это было круто! Нужна помощь! Беги! Извращенцы!
Я сделал мир лучше. Проснись уже! Это он повесил флаг на Space Needle. Эй, пропусти! Кто это? Делсин Роу. Мы не знакомы, но я давно за тобой наблюдаю. Так, это как-то жутковато. Разговоры об Августине и необходимости Деза дошли до самого Вашингтона. Отлично. Мы еще на шаг ближе к тому, чтобы поквитаться с Августиной. Все не так уж отлично. Я хочу тебе помочь. Ага. И как именно? Я помогу тебе разрушить Дез изнутри. Но обещай мне, что никому ничего не скажешь. Если эта информация всплывет, мне крышка. Я даже до тюрьмы не доживу. Ты единственный, кто может разоблачить Августину. Только ты пойдешь до самого конца, что бы ни случилось. Ладно, давай я тебе подыграю. И что же тебе нужно? Я загрузил на твой телефон программу. Она приведет тебя к моим отчетам. Найди их, выслушай мой рассказ и продолжай бороться. Черт, мне пора. Августина — это самый мощный проводник из тех, кого я знаю. А весь Дес — это ее верные псы. Ей поручено обеспечивать безопасность и арестовывать биотеррористов. И у нее это так хорошо получается, что правительство уже подумывает, а не упразднить ли Дес. Я тебе так скажу. Не хотел бы я сейчас быть на...
вместе правительства. Ведь Августина и есть Дес. Если он не нужен, значит, не нужна и Августина. Вся эта ситуация напоминает бочку с порохом, которой довольно лишь искры, чтобы вспыхнуть. Искры вроде тебя. Здравствуйте, это Дес. Хотите сообщить о преступлении биотеррориста? Понимаете, тут рядом кое-что произошло. Досадный инцидент. Довольно симпатичный биотеррорист решил осквернить ваш рекламный щит. Пожалуйста, оставайтесь на месте. Высылаем отряд Дес для ликвидации угрозы. Готов это слушать бесконечно. Да, так гораздо лучше!
я им всем дался. Thank you.
Всегда пожалуйста. Редж, я на месте, и ты прав. Space Needle просто утыкана электронной хренью и какой-то фигней, похожей на алюминиевый сайдинг. Боюсь, придется лезть на Space Needle. Ну, погода хорошая, полезу наверх. Эй, нет-нет-нет, не дури! Но-но-но, я не дурак, я герой! А вот чисто гипотетически, ну, теоретически, как так выходит, что я спокойно могу брать силу у одних проводников, например, Хэнка, но не могу взять ее у других, скажем, у бойцов Деза? Вот оно что, ты все-таки пытался! Эй, только не говори, я так и знал, Реджи, мне просто нужен... ответ. Я думал, лифты заблокированы. Ну, если гипотетически, теоретически, наверное, ты можешь брать силу только у врожденного проводника первого уровня, как Хэнк и, надеюсь, Августина. Бойцы Деза получают способности от Августины и не могут их передавать. Даже тебе. Вот, сам говоришь, мы должны идти до конца. Не передергивай. И в следующий раз не ври мне, ладно? Своему брату нужно доверять. Изнутри эта штука еще страшнее. Ничего, уберем. Делсин Роу. Бросать трубку некрасиво. Извини, Бетти, но... Дай угадаю. Я опять не вовремя. Вообще-то я сейчас как бы карабкаюсь по Space Needle. Прекрасно. Если не хочешь со мной разговаривать, так и скажи. Я перезвоню, Бетти. Так, отсюда лучше не падать. Вот мое спасение. Так-то лучше. Я на смотровой площадке. Гляди в оба. Ну ладно, вперед и вверх. Давай, скоро доберешься.
Ну, выколем глаз, Space Needle. Вот что держит все это вместе. Какого хрена? Я тебя еще не видел. Редж, да тут целая армия. Отлично, значит, ты пришел по адресу. Или они просто не любят, когда кто-то берет их игрушки. Не отвлекай. Я пуляю ракетами прямо из рук? Так, у меня вряд ли получится. Новые способности — это всегда хорошо. Это будет эпично!
Это чтобы не возиться. Вот это драйв! Надеюсь, Реджи оттуда все видно. Конец креплению. Пост у научного центра. Прием. Как слышите? Мне не отвечают никто. С дальними постами связь пропала. Да, Рэд, теперь пошли искать проводников и новые суперсилы. Этот город наш! Да не спеши ты. Наши тут... В лучшем случае пара улиц, а все остальное по-прежнему под контролем ДЭС. Пофигу, зато мы отбили у них Space Needle, брат! Ты просто оставил их без связи. Они глухие, но не тупые. Чтобы отбить у них весь Сиэтл, нужно время. Мы только начали. Знаешь пословицу? Путь в 1000 миль начинается с прикольной аватарки. Кто это сказал? Народ в Китае. Эй, Редж, его снизу-то видно? Ха, ты смеешься? Это из Портленда видно. Я просто хочу заявить о себе. Это еще кто? Это не один из трех беглых. Круто. Но что значит? Знаю. Маляр удрал еще до того, как сюда приехал Дэс. Делфин, я узнавал про беглых биотеррористов и... Я вот думаю, не завести ли пиарщика? Ты что, рехнулся? Да меня тут назвали маляром. Это самая последняя стадия отстоя. А может, тебе не стоит сейчас околачиваться у Space Needle? Ну то есть, почему не супердым или какой-нибудь человек-труба? Слушай... Я постараюсь выйти на след беглых биотеррористов. А ты пока вреди Дезу как только можешь. Срывай их операции, пока я не позвоню. Департамент единой защиты напоминает. Наша задача – помочь. Если вы каким-либо образом препятствуете нам, протестуете, вступаете в конфронтацию, вы действуете наружу. Делфин, я кое-что выяснил про одного биотеррориста из той машины. Выкладывай. Я еще в участке. Тут неудобно. Встретимся на углу 4-й и Викерс.
тебе. На ген проводника только у меня был положительным. Мне предложили службу в спецотделе новой структуры ДЭС. Сказали, буду ловить биотеррористов, защищать от врагов маму, папу и всю Америку. И я согласился. Поверил им. Даже когда меня кололи бог знает какими препаратами, не обращал внимания на головные боли и припадки. Я верил в наше дело. Верил ей. Августине. Thank you.
Ай да Делсин, ай да сукин сын. Здравствуйте, это Дес. Хотите сообщить о преступлении биотеррориста? О боже, биотеррорист превратил этот рекламный щит в невероятную авангардную картину. Пожалуйста, помогите! Странно, уже второй случай вандализма за последнее время. Высылаем отряд Дес. Надо, куда прешь.
Бабах, детка! Кончается. Самое оно.
Неплохо.
Ого!
Thank you.
качается. Надеюсь, камера была дорогая.
Прости меня, Дес. Почему мне за это не платят?
дело до конца. Что я тебе сделал?
Вчера был митинг протеста против Деза. Мы подъехали и мигом заземлили всех участников. Замуровали в бетон. Августина пообещала, что отпустит первого, кто поможет найти Делсина Роу. Когда в твои суставы впиваются бетонные иглы, ты готов рассказать все, что угодно. И каждый поклялся на могиле матери, что приведет Августину прямо к тебе. Уверен, они все врали. Но все равно, будь начеку. Поможет. Thank you.
Здравствуйте, это Десс. Хотите сообщить о преступлении биотеррориста? Проклятый биотеррорист на свободе! Он просто великолепный художник! То есть, он оскверняет ваши рекламные щиты! Боюсь, это уже тенденция. Мы немедленно займемся этим делом.